Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 30 декабря, годовщина подписания союзного договора в 1922 году, собственно говоря, день рождения СССР. И сегодня так получилось, что мы подводим итоги 2015 года. Послезавтра у нас уже начинается 16-й год. И сегодняшний эфир я хочу посвятить непосредственно, в общем-то, ну, такому обзору всего, что произошло за 2015 год, как наша программа в этом участвовала, на что мы влияли, как мы с вами взаимодействовали, какие у нас были встречи, какие, в общем-то, идеи мы ретранслировали. 2015, понятное дело, у нас 546, как всегда, можно звонить в студию, задавать вопросы. Кстати, хочу сказать, что с понедельника, поскольку мы выходим в эфире канала «Крым-24», и очень многие телезрители спрашивают, почему мы ушли из эфира «Крым-1», с понедельника мы продолжим выходить точно так же, понедельник, среда, пятница, в эфире «Крым-24», но по вторникам, четвергам и субботам будут повторы на «Крым-1». То есть мы как бы повторами вот компенсируем эту небольшую такую временную особенность. В любом случае, канал «Крым-24» будет во всех спутниковых и кабельных сетях, и, в общем-то, видеть нас можно будет и в реальном времени. 546-546, можно звонить в студию, задавать различные вопросы, а я хочу остановиться, конечно же, на 30 декабря. В 2022 году, 30 декабря, был подписан договор о том, что четыре советские социалистические республики – РСФСР, УССР, Белоруссия и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика – на Первом съезде Советов Народных Депутатов СССР подписали союзный договор, который впоследствии вошел в Конституцию, в первую Конституцию. Советский Союз, который, собственно, ознаменовал весь 20 век и колоссальное влияние оказал на жизнь всего человечества, к нему отношения у нас сегодня разные. Многие люди ностальгируют по Советскому Союзу, потому что он действительно показал колоссальные прорывы в образовании, в демографии. В 61-м году, хочу напомнить, впервые за всю историю человечества Советский Союз в результате своей уникальной системы медицинского обслуживания, понятное дело, массового медицинского обслуживания, показал 6 промилле, это на 1000 живущих всего 6 смертей. Такого никогда не добивался ни один народ, ни одно государство. Это уникальное такое вот событие, которое, конечно же, было построено не за один день, не с вечера на утро, а этому предшествовала колоссальная работа всего государства, всей машины государственной. Советский Союз упрекают очень многие. Вообще отношение к Советскому Союзу для многих людей – это маркеры. Вот как люди относятся к Советскому Союзу, в принципе, так же можно с ним выстраивать отношения. Упрекают голодовками 46-33 годов, упрекают коллективизацией, упрекают индустриализацией, массовым переселением, раскрестьяниванием людей. Но на самом деле эти процессы в той или иной форме шли во всех странах. Голод, в котором столкнулась Российская империя в 1917 году, и который, собственно говоря, послужил одной из оснований, одной из причин переворота либерального февраля 1917 года, он был продиктован большими процессами, начавшимися еще с момента отмены крепостного права, несправедливой отмены крепостного права, когда землю нужно было выкупать, когда на территории России основная продовольственная проблема, почему люди голодали, заключалась в том, что не было крупных механизированных хозяйств. И вот эту проблему тем или иным способом приходилось решать. Ее нужно было решать, иначе Советский Союз не смог бы обеспечить себя продовольствием, и этого продовольствия не хватило бы и во время Великой Отечественной войны. То есть все эти подготовительные мероприятия, понятное дело, которые решались по факту, они решались в силу сложившихся обстоятельств. Между прочим, изоляция международная была, ну, наверное, похлеще сегодняшних санкций. И при этом нужно было не только выживать, а нужно было вкладывать деньги в индустриализацию, в строительство крупных промышленных предприятий. И тем не менее это было сделано максимально справедливо. То есть на самом деле, когда немцы вторглись на территорию Советского Союза и начали допрашивать военнопленных, начали разговаривать с людьми, которые оказались в оккупации, они с удивлением обнаружили, что далеко не так уж все и плохо с самосознанием и самоидентификацией советских людей, причем разных народов, что белорусы, что украинцы, что русские, что жители закавказских республик. И вот тогда впервые они и поняли, собственно говоря, то, какую внутреннюю силу имел в себе Советский Союз. Репрессии 1937 года, некоторые называют их колоссальным
ну, ударом, кровавый тиран, кровавый диктатор, но при этом надо с вами понимать, что вот собрали мы какой-то комитет, и там есть представители разных кланов, разных партий, разных общественных организаций. Понятное дело, что на голосовании всегда будет принято решение то, которое пользуется большим раскладом сил, ну, имеет преимущество по количеству голосов. Советский Союз создавался тоже как консенсус, консенсус многих сил, и причем надстрановых, и внутристрановых. Мы воевали с белогвардейской идеей не потому, что эти люди были неблагородны, а потому, что они на самом деле в годы гражданской войны продавали страну иностранным интервентам, которые не спешили занимать территорию бывшей Российской империи, которые использовали белогвардейцев как прокладочку, но тем не менее четко финансировали. И помните вот эта песня, да, «Мундир английский», мундштук там французский и так далее, и так далее. Практически все белогвардейское движение, чрезвычайно возмущенное тем, что быдло вылезло из заводов, из сельских там трущоб и начало рассказывать, что оно будет управлять страной. Вот этот вот социальный слом, связанный с тем, что разные сословия столкнулись, это и была основная причина. И до сих пор представители белогвардейского движения используют эту идею для того, чтобы... Они не могут простить Советскому Союзу, что Советский Союз смог даже полететь в космос. А белогвардейцы, понятное дело, в преемственности поколений, до этого не могли даже накормить страну. Поэтому отношение к Советскому Союзу разное. Многие люди обобщают, и особенно представители Западной Украины, которые вдруг стали у нас и казаками, которые стали у нас, ну, представителями украинского народа, хотя Украина в момент подписания договора, она, в общем-то, не включала в себя ни Харьков, ни Донбасс, ни Херсонскую, ни Николаевскую, ни Одесскую области. Одесса – это вообще хаб транспортный, портовый для всей большой страны. Это было вот то, что мы называем Малороссией, небольшие кусочек вот Западной Украины до тех областей, которые были присоединены в 1939 году. И получается, что вот эти люди, которые осуществили государственный переворот, которые преследуют прежде всего националистические идеи, которые валят сейчас памятники Ленина, а Ленин стоял у истоков подписания Советского Союза. И Советский Союз даже за всю свою историю с 1922 года по 1991, а там на самом деле было 7 Советских Союзов, если посчитать по периодам, какие люди управляли, представители каких партноменклатурных кланов они были, то там 7 Советских Союзов. Но тем не менее происходит такое достаточно интересное обобщение, когда все сваливается на самый эффективный период, это сталинский, с 1924 по 1953. И, в общем-то, все проблемы, которые безусловно были, которые были вызваны внутриклановой борьбой. Не будем забывать, что в 28-м году произошла так называемая Великая Русская революция, когда заговор Троцкого был раскрыт, и Троцкий, в общем-то, без репрессий был просто выслан за территорию страны. Рассказывают о ледорубе, о том, что его убили по приказу советской разведки, но на самом деле там бабушка надвое сказала, далеко не факт. Дело в том, что очень часто происходят убийства титульных знаковых лиц, и при этом концов как бы не найти. То есть это часто используется в темную для того, чтобы создать определенную политическую ситуацию. Но в любом случае отношение к Советскому Союзу, граждан, потомков этой страны, это лакмусовая бумажка относительно того, как относиться вообще к истории своего государства, к истории 20 века. И я выражаю, конечно, позицию офицеров, принимавших присягу в начале 80-х годов и понимающих преемственность. Мы не разделяем, например, офицеров русского генерального штаба, которые возглавили генеральный штаб Советского Союза. Мы считаем, что советские вооруженные силы в преемственности поколений являются продолжателями дела офицеров русской армии, которые показывали чудеса воинского духа и доблести и в 19 веке, и в 18 в том числе. И вот эта преемственность, она красной нитью проходит через историю Советского Союза. Отсюда, мне кажется, очень важным пропагандировать среди молодежи, которую мы упустили после 91 года. У нас молодежь, на самом деле, особенно те, которые родились после Советского Союза, которые воспитывались на голливудских фильмах, на голливудских сказках. Они сидят сейчас в гаджетах и планшетах, они не выходцы из Советского Союза, им на самом деле все равно, кто такой Ленин, кто такой Сталин, почему Сталин считал себя истинным ленинцем после 22 года, почему, собственно, Ленин умер так рано, почему его памятники стоят по всей территории бывшего Советского Союза, а на Украине их валят,
тоже вопросы, которые молодежь не задает, они как бы подсознательные, но на самом деле, если эти вопросы поднять и начать их обсуждать, там все оказывается ой как непросто. И поэтому я предлагаю всем людям, которые трезво, взвешенно, понимая все недостатки той системы, понимая, что в 1953 году произошел государственный переворот в Советском Союзе, это связано с убийством Сталина и Берии, они понимают, что 1937 год – это не только репрессии против комсостава после того, как Берия послужил на позиции заместителя Ежова. А это еще и событие, которое повлекло за собой колоссальные социальные лифты, когда люди из МТС пошли следователями, прокурорами, произошла определенная смена кадрового состава, и в результате этого вал репрессий вообще был снижен до нуля, и народ понял, что это власть его. Это тоже очень важное событие, которое в СМИ, в общем-то, не освещается после конца 80-х годов. Мы с вами имеем, знаете, такое, если вспомнить закон седьмого колена, то люди, которые создавали Советский Союз, им было в то время всего лишь 16-18 лет. При этом эти люди по типажу, это были люди 20 века, знаете, такой военно-спортивный стиль. Люди, готовые на многое ради идеи. А белогвардейские и представители там временного правительства, это люди 19 века. Так вот, люди 20 века, рожденные в начале 20 века, молодежь, которая родилась при первых годах советской власти, они были, в общем-то, идеологически заряжены. Идея была простая – построить справедливое государство. Это государство строилось с большими трудностями, с учетом того, что все-таки консенсус в верхах состоял из нескольких игроков, то приходилось маневрировать, лавировать, и очень многие вещи были вызваны просто таким стечением обстоятельств, когда из меньших зол выбиралось, из двух зол выбиралось меньшее. То есть, если понимать саму систему управления сложными системами, сложными социальными образованиями, то там все очень непросто. Это только на земле. Кажется, что махни шашкой, и все построятся, и будет зерно родиться, и заводы станут, и можно будет отражать удары. А очень многие люди недооценивают ситуацию 41-го, 42-го, 43-х годов, когда на самом деле из-за этого консенсуса, именно из-за того, что многие представители советского генералитета, заговор военный 37-го года был не раскрыт полностью, и заговор существовал в верхах, и вот эта сдача, территории. Минск вошли на шестой день, что в принципе недопустимо. Собственно говоря, за это расстреляли Павлова, командующего Западным фронтом. Вот эти вещи, они шли на протяжении 41-го, 42-х, 43-х годов. И понимать механику, из-за чего, как и почему, это тоже нужно. Особенно нам, выросшим в Советском Союзе и имевшим определенную пропаганду после госпереворота 53-го года, когда мы до конца и не понимали, собственно говоря, кто есть кто и кто во что играет. Тем не менее, если вы помните, в конце 80-х годов на лобовых стеклах автобусов, машин люди все равно вешали портреты Сталина. Это неспроста. То есть подсознательно, даже несмотря на весь вал пропаганды, люди понимают, что такое сильное государство, что такое, собственно говоря, по этимологии фамилия Сталин, и что, собственно говоря, Украина за прошедшие 25 лет вырабатывает все то, что построено Сталиным. То есть, по большому счету, олигархические элиты Украины должны сказать спасибо Сталину прежде всего и не перекладывать, скажем, это все на Ленина, валить его памятники, потому что весь тот промышленный потенциал, рента с которого конвертируется в денежные знаки и вывозится для покупки особняков там в Лондоне, в джипов там и так далее, это все построено, фундамент построен при Советском Союзе и прежде всего во время Второго Советского Союза. Первый это у нас с 22 по 28 до троцкистского заговора, с 28 по 53 это самый длинный и самый эффективный период, когда, собственно говоря, была задана основа для всего, для полетов в космос, для создания тяжелой промышленности, для образования, причем для образования, построенного на самых передовых методиках, для развития культуры. Понятное дело, что страна от сахи, вспоминаем, Черчилль сказал, что Сталин принял голодную страну с сахой, отдал ее сверхдержавой с ядерным оружием. Так вот, естественно, очень много процессов, связанных и с менталитетом, и с тем, что была отмена крепостного права всего лишь полвека назад. Это, безусловно, накладывало определенный отпечаток на человеческий капитал, с которым приходилось работать. Но, тем не менее, идея-то
светлое, справедливое, и построить справедливое общество – это дорогого стоит. Поэтому сегодня, 30 декабря, в годовщину создания Советского Союза, правопреемником которого является сегодняшняя Российская Федерация, это знаковое событие, и поэтому я вот сегодня так подробно стараюсь обсуждать этот вопрос для того, чтобы, ну, во-первых, поднять определенную информационную волну в самом обществе, чтобы люди сверили свое отношение, хотя бы сверили в формулировках, потому что споры, которые происходят между людьми разных поколений, во время разговоров с молодежью, со школьниками, которые читают учебники во многом написанными не государственниками, я скажу так мягко. Соответственно, этот вопрос нужно в голове иметь для того, чтобы им оперативно пользоваться, прежде всего при работе с молодежью. В одном из наших эфиров мы обсуждали заседание Госсовета, посвященного развитию общего образования Российской Федерации. На прошлой неделе он прошел в Москве под председательством президента, и там было поднято несколько вопросов. Мы со своей стороны, педагогическая общественность, с которой я плотно общаюсь, мы подняли вопрос в нашем эфире относительно методик, программ, которых не хватает в курсе современной средней школы, которая, в принципе, должна иметь целью воспитание человека, максимально приспособленного к жизни. Причем с учетом того, что современные мальчики, а мальчиков одна особенность, а у девочек другая, современные мальчики до 18-20 лет не приобретают так называемый человеческий тип психики, то есть еще не способны брать ответственность на себя, не способны возглавлять какие-то проекты, начиная от семейного и заканчивая созданием предприятий, происходит определенное запаздывание в развитии молодого поколения мужского пола. Понятное дело, если сзади стоит сильный клан или есть финансовая поддержка, какой-то внешний ресурс, этим людям вначале все дается легче, но когда они достигают 40-45-летнего возраста, опыт это все равно не приобретается. Отбери вот этот ресурс, и человек падает. А у девочек другая ситуация. У нас с вами общая такая пропаганда, она построена таким образом, что культ стяжательства, культ вещизма, культ денег, причем неважно каким способом приобретенных, влияет на женский пол таким образом, что тоже плеча для наших мальчиков, они могут предоставить относительно такое, достаточно требовательное отношение. Это можно понять. Это психика женская такая. Но, исходя из этого, даже из психотипов детей, которых мы имеем на сегодня, корректировать цели, корректировать методики необходимо, причем необходимо очень срочно. И мне кажется, ключевым инструментом для того, чтобы подкорректировать цели и методики, является прежде всего воспевание труда учителя. То есть для того, чтобы учитель, точно так же, как я как военный человек, например, когда я поступал в военное училище в 83-м году, я прекрасно понимал престиж офицера советской армии. Потом в 91-м году, в 90-м уже даже в 89-м, этот престиж начал падать, и очень многие офицеры, уходящие из вооруженных сил, понимали, что в вооруженных силах несколько лет делать будет просто нечего. А сейчас престиж профессии военнослужащего, он снова вырастает практически до тех же пределов. Примерно такая же кривая, она происходит и с учителем. И вот для того, чтобы поднять народное образование, основы которого заложены были еще в Советском Союзе, а сегодня мы с вами отмечаем дату, сегодня годовщина подписания союзного договора, для того, чтобы поднять все самое лучшее, приобщить все то, что наработано человечеством на сегодняшний день. А у нас действительно есть информационная революция, у нас есть интернет-технологии, от которых мы не можем ни отмахнуться, ни сказать, что это никому не нужно, ни сказать, что этим не надо пользоваться. Нам нужно вписаться в современные тренды и, тем не менее, продолжать воспитывать людей ответственных, честных, которые различают разницу между праведными доходами и неправедными, между праведным потреблением и неправедным. Идею справедливости, которая на подсознании есть практически у всех людей разных национальностей, говорящих на русском языке, вот эту идею справедливости нужно ретранслировать и воспроизводить в каждом молодом представителе молодых поколений для того, чтобы не потерять управление этой страной, ну, скажем, лет через 15, через 20, когда люди, четко понимающие, что если хочешь завоевать эту страну, то воспитай их детей. И вот сегодня, особенно после заседания Госсовета, когда стало вполне очевидным основные проблемы образования, когда стало понятным хотя бы, что мы хотим от образования, когда стал ясным ключевой тезис, что образование – это не услуга.
Что такое услуга? Учитель или представители учительского корпуса приходят к детям, за детьми стоят родители с деньгами, и они за эти деньги оказывают услугу. Мы таким образом никогда не построим человека, не воспитаем человека с человеческим типом психики. А образование – это привилегия. Образование – это необходимый труд всего общества для того, чтобы поднять общий образовательный и культурный уровень всех членов общества до порогового, как минимум, значения, для того, чтобы все говорили на одном понятийном языке, чтобы целеполагание у всех слоев общества было хотя бы сонаправленным. Понятное дело, что у разных представителей разных сословий. Сословие – это способ зарабатывания хлеба насущного. Есть бюджетники, которые получают зарплату там два раза в месяц или раз в месяц. Есть предприниматели мелкие, которые, рискуя своими ресурсами и отвечая всем своим имуществом, если зарегистрировано ИП, они открывают какие-то торговые точки, либо оказывают какие-то услуги, занимаются ремеслами и так далее. Есть средние предприниматели, которые владеют там сетью магазинов, либо еще какими-то доходными местами. Есть крупные предприниматели, которые владеют сетью супермаркетов, там, заводов и так далее, и так далее. Есть служивое сословие, витязи так называемые. Это люди, которые за жалование люди государевы. Есть купеческое, торговое сословие, которое не производственное, которое тоже имеет свои интересы. И, в общем-то, там тоже нужно регулировать все, что касается целеполагания. И вот правильно настроить всю эту сложную машину, правильно сделать так, чтобы разные сословия между собой не конфликтовали. Особенно, чтобы представители этих сословий не использовались в темную нашими партнерами, скажем так, в кавычках, которые прекрасно понимают, что за всю историю России, неважно, как она называлась, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, за всю историю России прямая атака в лоб вооруженными силами, вторжения, любые провокации вооруженные всегда заканчивались ничем. Воевать – это у представителей наших народов это основная профессия. То есть на протяжении нескольких столетий мы показывали, что вот с этой стороны нас, собственно говоря, не взять. И даже если мы отступали до Москвы, и даже иногда ее сдавали, тем не менее, все равно все возвращалось до не только до тех границ, которые были до, но и еще и заходили чуть-чуть дальше. И даже если Севастополь был сдан, то министр иностранных дел Горчаков отыгрывал дипломатическим путем ситуацию так, что, в принципе, итоги Крымской войны были снивелированы. Хотя Великобритания, на Красный Крест рвала одно место для того, чтобы наказать Российскую империю. И получается, что наши западные партнеры, они понимают прекрасно, что исключительно изнутри Российскую империю, Российскую Федерацию или Советский Союз можно попытаться разрушить. И это на самом деле им удавалось. Это им удавалось прежде всего через торговое сословие, которое занималось поставками военными в годы Первой мировой войны. Это был основной двигатель того, что Российская империя... Можно рассказывать о большевиках, и о меньшевиках, и эсерах сколько угодно, но на самом деле основным двигателем разрушения империи были те самые либералы, которые в феврале и свергли царя. В любом случае... Сегодняшняя дата, 30 декабря, годовщина подписания союзного договора, должна нам напоминать об общем целеполагании государства как социального договора всех сословий. Общая цель заключается в том, что без этого государства, крепкого, сильного, многонационального, многоконфессионального, ни одно сословие выжить в этом окружении не может. И поэтому нужно включаться прежде всего в социальный договор, нужно его понимать, и нужно очень много уделять внимания воспитанию подрастающего поколения. Потому что если твердо в договоре сегодня, еще не факт, что будет также твердо через 10-15 лет. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать в новом году всем счастья, здоровья, успехов. И самое главное, чтобы у нас все было тихо и мирно. Я думаю, что мы к этому приложим все усилия всех социальных сословий. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание.